здании территориального управления микрорайона Левобережный прошла встреча. На ней заместитель главы Игорь Панчук вместе с депутатом Совета депутатов Николаем Кашниковым ответили жителям на беспокоящие их вопросы, касающиеся торговли и сферы услуг. Жители интересуют вопросы касаемо торговли, расположения торговых объектов, повышения цен, конечно же. Представители администрации заверили, что эти вопросы будут держать на контроле. Ситуацию мы контролируем в ежедневном режиме. Проводим соответствующий мониторинг и не только сетевиков берем, там, где в основном наши жители отовариваются, но и другие магазины, которые у нас работают на территории городского округа Химки. В ходе встречи жители попросили организовать в микрорайоне ярмарки выходного дня и открыть магазин низких цен. Также жители пожаловались на недобросовестных предпринимателей и попросили заместителя главы организовать проверки. А у меня жители против данного объекта. Еще раз вам говорю, что там продают сырое мясо. Там нет ни водоснабжения, ни водоотведения. Я предлагаю вот этот вопрос до конца разобрать и более детально и информативно вам донести эту информацию о всех обстоятельствах, которые вы сейчас знаете. Мы не хотим, чтобы там стоял данный объект. Я услышу. Потому что данная площадка... Насчет воды, насчет мусора я все записал. Все интересующие жителей вопросы были взяты под личный контроль заместителя главы.